Добрый день! Приветствую всех на нашем вебинаре сегодня, посвященном введению нового партнера 3CX. Меня зовут Татьяна Мелушкана, я являюсь менеджером по работе с партнерами в странах Скандинавии, России, СНГ, Украины и Грузии. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что решили сотрудничать с 3CX, а также хочу отметить, что партнерская программа 3CX дает возможность для вас, во-первых, зарабатывать на продажах нашего продукта и ваших услуг по установке и обслуживанию 3CX, а во-вторых, получать выгодные предложения по партнерской программе, скидки на продукты, бесплатное обучение и сертификация, бесплатная техподдержка. Целью нашего вебинара сегодня является знакомство с продуктом 3CX, с лицензированием партнерской программы. Также мы пройдемся по партнерскому порталу, чтобы вы понимали, как в нем ориентироваться и эффективно использовать ресурсы, доступные вам как партнеру 3CX. Итак, что же такое продукт 3CX? 3CX – это виртуальная АТС открытого стандарта, которая предлагает полный пакет унифицированных коммуникаций. То есть это телефония через интернет. В отличие от наших конкурентов, от других провайдеров, мы продаем вам только программный элемент PBX. Поэтому в качестве партнера вы можете создавать оставшуюся часть пакета услуг, необходимых для работы системы 3CX. И вы можете это делать в соответствии с требованиями вашего клиента, вашим профилем работы и вашим бюджетом. Мы не привязываем вас к поставщикам, но мы предлагаем ряд поддерживаемых SIP-транк-провайдеров и оборудования, которые могут быть развернуты с использованием готовых руководств Plug and Play для вашего удобства. Помимо этого, мы предлагаем размещение в облаке или локально, Windows, Linux. Мы предлагаем использование API для добавления интеграции сторонних предложений, а также генераторы шаблонов CRM. Теперь, когда мы понимаем основное предложение 3CX, я хочу представить вам главные элементы нашего решения. Перед вами 4 компонента, которые необходимы для установки 3CX. Во-первых, это лицензия 3CX, о которой мы поговорим подробнее немного позже. Во-вторых, это среда для размещения. Для размещения вы можете выбрать хостинг на собственной платформе или частный хостинг с помощью провайдера. При развертывании в on-premise вам понадобится выделенный сервер. Если у вас уже нет свободного места, вы также можете развернуть его с помощью мини-ПК или Raspberry Pi. Спецификация оборудования для всех вариантов развертывания одинаковы, и их вы можете найти на нашей домашней страничке в разделе «Поддержка». Следующий элемент – SIP-транки. 3CX не предоставляет услуги SIP-транкинга, поэтому вам необходимо вместе с клиентом выбрать подходящего провайдера. Четвертый элемент вашей системы – это, конечно, устройство. Со многими IP-телефонами у нас есть автопровиженинг. Мы сотрудничаем с ведущими брендами, включая Snom, Yealink, Fanvil, Grandstream. Поэтому у нас есть большой выбор на любой бюджет. С помощью Plug and Play вы можете настроить легко эти аппараты. Информацию о поддерживаемых IP-телефонах вы также найдете на нашей домашней страничке в разделе «Поддержка». Помимо основных элементов системы, есть также дополнительные способы получения дохода с 3CX. Мы предоставляем только программный элемент PBX, а не закрытое коробочное решение, как многие из наших конкурентов. Поэтому вы можете заработать на других составляющих пакета предложения 3CX. Рассмотрим их. Аренда телефонов. Это действительно популярный вариант для клиентов, которые хотят меньше беспокоиться об оборудовании и не имеют больших капиталовложений. Предложите клиентам возможность аренды телефонов, то есть предоставьте всю систему на ежемесячной основе. Следующая составляющая – это помощь. Предложение пакета технической поддержки для системы 3CX может обеспечить вам хороший поток доходов. Установление цены за техническую поддержку и дополнительные услуги мы оставляем на ваше усмотрение. Установка и удаление старой системы и оборудования. Вы можете взимать единовременную плату за установку новой системы, а также за демонтаж удаления старой. Интеграции.
3CX предоставляет API, генераторы шаблонов CRM, которые партнеры могут использовать бесплатно. Многие партнеры делают более детальную и глубокую интеграцию разных систем с 3CX и затем продают эту услугу не только клиентам, но и другим партнерам. Это тоже является возможностью дополнительного заработка для вас. Голосовые приложения или Call Flow Designer – это еще одна замечательная услуга, которую вы можете предоставлять компаниям. Эта услуга замечательна тем компаниям, у которых есть сложные или уникальные потребности. С 3CX Call Flow Designer вы можете легко создавать и маршрутизировать потоки вызовов и голосовые предложения. Для этого вам необходимо обладать знаниями в области программирования или написания сценариев. Вы можете, например, настроить платежи по кредитным картам, или вы можете создать поток вызовов, который маршрутизирует звонки в зависимости от времени суток и других элементов. Еще один пример. Вы можете создать голосовое приложение, которое запрашивает у вызывающего абонента ввод номера клиента, который затем сверяется с базой данных. На основании этого номера звонок может быть направлен в определенную очередь. Для подключения Call Flow Designer требуется лицензия 3CX Pro или Enterprise. Мы предоставляем инструмент бесплатно, но вам наверняка должны платить за дополнительную работу. И еще одна дополнительная возможность заработка – это проведение обучений. Проведение обучения для новых клиентов и администраторов, а также для существующих клиентов после выхода обновлений. Мы предоставляем вспомогательные материалы и информацию бесплатно, а вы, в свою очередь, можете брать плату за проведение обучений. Итак, мы рассмотрели первый раздел презентации знакомства с нашим продуктом и приступаем к описанию лицензирования 3CX. Как же лицензируется 3CX? Первое, что вам действительно нужно знать, это то, что лицензирование 3CX основано на количестве одновременных вызовов, которые ваша система должна обрабатывать. Оплата за вызов, а не за пользователя. И это позволяет уменьшить расходы на систему до 80%. Для нас это главная отличительная особенность на рынке, и это значительно снижает затраты ваших клиентов. Чтобы узнать, сколько одновременных вызовов требуется, вам нужно знать, сколько звонков понадобится клиенту во время максимального использования, чтобы вы могли предложить правильный размер лицензии на звонки 3CX. Как правило, вы можете использовать следующую формулу. Количество внутренних добавочных номеров делим на 3. Это, конечно, надо будет скорректировать в зависимости от специфики бизнеса ваших клиентов. Так, например, компании с колл-центром потребуется более высокое количество одновременных вызовов. После согласования количества одновременных вызовов необходимо определить редакцию лицензии 3CX, стандарт, professional или enterprise, в зависимости от требований по функционалу системы. Рассмотрим наглядно виды лицензирования на нашей домашней страничке. Итак, на нашей домашней страничке в разделе «Купить» вы найдете... Во-первых, сравнение редакций, стандарт Pro Enterprise. Нажав на плюсик, развернув все описание, вы увидите полное сравнение редакций. Прокрутив ниже, вы найдете прайс-лист. Хочу отметить, что здесь на домашней страничке у нас указаны цены без НДС. Это цена для конечного пользователя. Мы фокусируемся на годовые лицензии, так как это дает возможность получать регулярный ежегодный поток денег. Мы сохранили предложение постоянных лицензий для специфических клиентов, таких как госучреждения, оставив соответствующий им уровень Enterprise и начиная с 16 одновременных вызовов. Но на домашней страничке мы не публикуем эту информацию, это для вашего сведения. Помните, что в любой момент вы можете поменять опции лицензии, размер и уровень. Например, клиент приобрел у вас лицензию 16 одновременных вызовов стандарта, через какое-то время, развивая свою организацию, открывает колл-центр. Это значит, что у него вырастет количество одновременных вызовов,
И также будет необходимо подключить функции колл-центра. И, скорее всего, будет необходимость в интеграции CRM и 3CX. В таком случае вы можете увеличить размер и уровень лицензии, оплатив лишь разницу в цене лицензии за оставшийся период. Здесь вы увидите пример коммерческого предложения для клиента. Как я уже упоминала ранее, нам необходимо 4 составные части. Прежде всего лицензия 3CX, затем SIP-транк, хостинг, сами аппараты. Как упоминалось ранее, за свои услуги вы тоже просите соответствующую плату и включаете в свое коммерческое предложение. Сейчас перейдем к разделу партнерства. Когда партнер регистрируется в портале, то получает статус «Affiliate», что дает ему возможность продавать продукт 3CX со скидкой 10%. В течение первых 3 месяцев с момента регистрации affiliate-партнеру необходимо выполнить 2 условия – активировать NFR-ключи и пройти базовую сертификацию 3CX. Если партнер выполнит оба условия в течение указанного ранее времени, то есть 3 месяцев, то получит статус «Trainee» и скидку на продукт 3CX 15%. А также мы предоставим ему дополнительные 6 месяцев на то, чтобы совершить первую продажу. Если в течение этих 6 месяцев трейни-партнер совершит продажу, но не достигнет бронзового уровня, то статус трейни будет продлен до 1 года с момента промоушена. Для продвижения по партнерской программе партнеру необходимо сочетание дохода и статуса сертификации. В 3CX мы измеряем доход 1 раз в год, в декабре. Например, чтобы стать бронзовым партнером, необходимо выполнить план продаж в 2500 евро в календарный год. Но мы сделали исключение для новых партнеров. Если вы достигли уровня трейни, но не успели совершить необходимый объем продаж для достижения бронзового уровня, то любой доход, полученный в первый год партнерства, будет перенесен на следующий календарный год. Это значит, что если вы перешли с аффилиейт уровня на уровень трейни 1 марта 2021 года, то ваши продажи, совершенные в течение этого года, перейдут на 2022 год сроком до 1 марта. Таким образом, мы поддерживаем вас в достижении следующего партнерского уровня. Целями партнеров уровня трейни являются прохождение технических и коммерческих обучений, получение сертификата, самостоятельное изучение продукта, подготовка и совершение первой продажи. А инструментами для достижения этих целей являются предоставляемые NFR-ключи редакции Pro Enterprise, обучающие материалы на нашем веб-сайте в разделах «Поддержка Академия 3CX», технические и коммерческие вебинары, техническая и предпродажная поддержка от 3CX, форум сообщества 3CX, где вы всегда можете оставить свой комментарий или вопрос, а также получить много полезной информации. И, конечно, вы всегда можете обратиться к своему персональному менеджеру, в данном случае ко мне. Хочу акцентировать ваше внимание на важности активации NFR-ключей и прохождения сертификации. Активация NFR-ключей дает возможность использовать все функции нашей системы на практике, что позволит легче и увереннее демонстрировать и продавать ее клиентам. Второй NFR-ключ дает возможность тестирования нашего продукта, например, интеграции с разными CRM-системами. Сертификация дает вам престиж. Клиент имеет возможность выбрать себе партнера на нашем портале, начиная с бронзового уровня партнера. Как вы думаете, кого из партнеров он выберет? Того, у кого один сертификат Basic, или тот, у кого все 3 сертификата? 3 сертификата подтверждают уровень вашей компетенции в нашем продукте и отношение ваше к получению знаний и оказанию соответствующих услуг. Еще раз хочу акцентировать ваше внимание на преимуществах, которые дает уровень трейни,
по сравнению с начальным уровнем affiliate. Партнер уровня trainee получает возможность заполнить 5 запросов в год в техническую поддержку бесплатно. У партнеров уровня affiliate такой возможности нет. Для них каждый запрос в техподдержку является платной услугой. На данный момент стоимость этой услуги составляет 75 евро. Следующее преимущество – это скидка на продукт 3CX. Она становится 15%, а не 10%, как у affiliate-партнеров. NFR-ключи на более функциональную и расширенную версию меняются. Primary NFR-ключ становится редакцией Enterprise на 32 одновременных вызова. И второй Secondary NFR-ключ становится редакцией Pro на 4 одновременных вызова. Партнерам статуса Affiliate мы предоставляем NFR-ключи стандартной редакции на 8 одновременных вызовов. После достижения уровня trainee у вас есть 6 месяцев, чтобы сделать первую продажу, и до 1 года для достижения следующего партнерского уровня. Итак, льготы партнера растут по мере продвижения по партнерской программе. Партнер получает выгоду от увеличения маржи, то есть скидки на продукт, премиальной поддержки и возможности получать лиды напрямую от 3CX. Необходимые условия, выполнение которых обеспечивает продвижение по партнерской программе, это определенный уровень сертификации и объем продаж в год. Сейчас я продемонстрирую вам партнерский портал на примере своего. Итак, так выглядит партнерский портал. На первой страничке, homepage, вы видите свой партнерский ID, вы видите свой статус партнера и свой уровень сертификации. Также здесь вы увидите информацию о своем дистрибьюторе, о компании 3CX и о своем менеджере, начиная с уровня trainee. У вас появится информация о своем персональном менеджере. В разделе Expiring Keys вы найдете информацию о всех ключах, которые подходят к концу срока действия. То есть вы сможете заблаговременно созвониться, связаться со своими клиентами, информировать их о том, что у них подходят к концу их ключи, информировать о продлении, поинтересоваться, возможно, им необходима большая редакция лицензии. Опция Buy доступна тем партнерам, которые работают напрямую с нами. В России и в странах СНГ мы работаем через дистрибьюторов, поэтому эта опция будет неактивна. В разделах Installs и Instances вы увидите установки, свои установленные 3CX для клиентов. В разделе «Ключи» вы найдете информацию о ключах. Прежде всего о своих NFR-ключах, primary ключ, как я уже говорила, для trainee партнера и выше уровнем, 32 одновременных вызова редакции Enterprise, и secondary, второй ключ, 4 одновременных вызова, Pro-версия для тестов и демонстрации клиентам. Важная информация здесь тоже о возможности создания пробных лицензий. Create Trial License. Нажимая Create Trial License, заполняя информацию о клиенте, вы создаете пробный ключ. Пробный ключ создается в редакции стандарт на 8 одновременных вызовов. Такой ключ вы можете расширить до любой редакции и до любого количества одновременных вызовов. Для этого необходимо выбрать ключ из списка и выбрать опцию More POC. Здесь вы можете поменять редакцию, например, на Enterprise 1024 одновременных вызова. Такой ключ у клиента будет работать на протяжении 60 дней. Он сможет испробовать полный наш функционал и в течение этого времени принять решение, необходим он ему и в какой редакции. Раздел Certification. Здесь вы можете пройти сертификацию. Как я уже говорила, у нас существует 3 уровня сертификации: Basic, Intermediate, Advanced. Нажимаете Take a Test Now. Окей. Вы можете проходить сертификацию на удобном для вас языке. Я знаю, что многие проходят на английском языке. Можно выбрать русский. Что важно знать, что в тесте 30 вопросов, и вам необходимо правильно ответить
на 25 из них. Если вы отвечаете на меньше, чем 25 вопросов правильно, то вы не сдаете сертификат. И следующая попытка будет только через 30 дней. Поэтому я всегда советую не спешить. У нас нет временного ограничения на прохождение теста, и во время прохождения теста вы можете пользоваться всеми вспомогательными материалами, которые находятся на нашей домашней страничке в разделе «Поддержка Академия 3CX». Если вы прокрутите немножко ниже, вы увидите, пройдите сертификацию 3CX, и вы видите, что она разделена на три темы – Basic, Intermediate, Advanced. Если вы выбираете Basic, нажимаете «Начните сейчас», вы получаете всю информацию о сертификации. Полную информацию по каждой теме. В тот момент, когда вы проходите сертификацию, над каждым вопросом у вас возникает тема – установка, приложение, настройки и так далее. Сдавая сертификацию, вы можете параллельно смотреть информацию здесь и находить. Далее по партнерскому порталу Get Support. Здесь вы сможете заполнять технические или суппорт-тикеты напрямую в нашу техподдержку, в зависимости от вашего уровня партнерского. Это будет либо бесплатный запрос, либо платный, как я уже говорила, 75 евро для партнеров уровня Affiliate. Что еще важно? Company Details. Важно заполнить всю информацию о вас. Company Profile. Здесь вы пишете краткое описание о своей компании и закачиваете Company Banner, баннер вашей, логотип вашей компании. Это важно, потому что в определенный момент информацию о наших партнерах мы публикуем на нашей домашней страничке. И любой клиент может зайти на нашу домашнюю страничку и выбрать себе партнера, к которому он хочет обратиться. Так выглядят наши партнеры. Начиная с серебряного уровня, мы информацию о партнерах публикуем на домашней страничке. Если мы заходим в партнера, например, выбирает клиент, то он видит, во-первых, баннер, а во-вторых, описание компании. Естественно, уровень сертификации, который я уже упоминала. Поэтому очень важно, чтобы в своем партнерском портале вы сделали такое, как рекламу своей компании. В разделе «Users» вы можете добавлять пользователей и определять им роли в соответствии с их обязанностями. Я всегда советую давать полные роли, если вы хотите, чтобы была взаимозаменяемость. При добавлении пользователя он часто просит зарегистрировать его отдельно. Сейчас покажу, как это может выглядеть. Да, он выкидывает предупреждение, что no user found, что не нашел такого пользователя у нас в системе, и просит пройти по этой ссылке и отдельно зарегистрировать как клиента, как пользователя этот email. Зарегистрировав, приходит на электронную почту confirmation, и после этого вы опять можете вернуться и добавить пользователя здесь. В разделе «Вебинары» вы увидите все вебинары, которые будут в ближайшее время, именно технические вебинары. Раз в четверть мы проводим технические вебинары на русском языке. Иногда они проходят чаще. Сейчас вебинары на русском языке пользуются популярностью, поэтому мы проводим их и в феврале, и в марте. И важный раздел «Ресурсы». Здесь вы найдете всю маркетинговую информацию на разных языках, в том числе на русском. Если вы нажмете на российский флаг, то вам скачивается папочка с маркетинговыми материалами на русском языке. Сейчас мы ее откроем. И здесь вы видите, что разного рода информация, и логотипы, и тренинги, и контент, например, sales trainings, вы найдете здесь тоже разного рода материалы, да, которые можете всегда использовать для своих
презентации или для того, чтобы обучить своих коллег по продажам. Я хочу повториться еще раз. Для того, чтобы работать с 3CX, у вас есть все инструменты, важные ресурсы. То есть у вас есть для технических специалистов бесплатные обучения и сертификация, неограниченная техподдержка в зависимости от вашего партнерского уровня. У вас есть лицензии, NFR-ключи, которые, во-первых, вам позволят испробовать весь функционал 3CX внутри своей компании, а во-вторых, второй NFR-ключ вам позволит проводить тесты и демонстрацию для клиентов. Для специалистов по продаж у нас есть и маркетинговые материалы, очень важный инструмент – пробные демо-лицензии, которые можно расширить до любого размера и сделать их либо Pro, либо Enterprise-версии. Разного рода презентации, тренинги, которые вы найдете, во-первых, в маркетинговых ресурсах на своем партнерском портале, а также на нашей домашней страничке. Конечно, вы всегда можете посещать коммерческие вебинары. В завершение нашего вебинара хочу отметить 4 первых шага для нового партнера, которые необходимо сделать. Первый – это активация ваших NFR-ключей. Таким образом, вы сможете установить 3CX-систему, уже попрактиковаться в этом и испробовать весь функционал. Пройдите базовую сертификацию. Я, конечно, рекомендую проходить все обучения и проходить все 3 уровня сертификации. Но если нет возможности это сделать сразу, начните хотя бы с базовой. Следующий шаг – это, естественно, выбрать тип установки, на чем вы фокусируетесь. Если, например, вы являетесь хостинг-провайдером, вы можете предлагать свой хостинг как дополнительную услугу. Определитесь с SIP-оператором. Очень многие наши партнеры сотрудничают с определенными операторами связи. Им очень удобно и настраивать их, и общаться, а также в плане ценообразования очень удобное общение создается. Начните продавать 3CX, используйте руководство по продажам, используйте все презентации, все материалы, которые вам доступны. И повышайте, естественно, свой партнерский статус, достигая уровней сертификации и достигая выполнения планов продаж в соответствии с каждым уровнем. На этом я хочу завершить наш сегодняшний вебинар. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь, смело пишите мне. Моя электронная почта tm@3cx.com. Я всегда буду рада вам ответить, я всегда буду рада прийти вам на помощь. Также вы можете всегда обращаться к дистрибьюторам в вашем регионе. Это компетентные, профессиональные дистрибьюторы, которые всегда тоже смогут вам прийти на помощь и поддержать. Посещайте наши другие вебинары, коммерческие, технические. Всегда будем рады вас видеть. Спасибо большое. Всего хорошего.